Но я привык так жить еще задолго до того, как стал президентом. Для меня мало что изменилось, но кроме определенной специфики, связанной с отправлением своих функций президентских. Поэтому ничего такого особенного я здесь не вижу, ничего такого особенного я не предполагал бы сделать, если бы освободился от этого груза, как вы сказали. Но когда-нибудь мне придется это сделать, все равно есть предусмотренные Конституцией сроки исполнения президентом своих обязанностей. Вы молодые все люди, но вы, наверное, знаете, должны знать, что у меня была возможность даже, так, меня даже упрашивали в свое время Конституцию поменять. Я не стал этого делать и не намерен делать это в будущем. В будущем Конституции все написано в Конституции. Нужно ли мне дальше продолжать свою работу в этом качестве, я еще не решил, я еще посмотрю. Ну, в 2018 году, как вы знаете, выборы. До начала избирательной кампании еще время есть, поэтому посмотрим. Но в целом я считаю, что живу нормальной жизнью.